Рыба-кит, папа рисует. Привет, ребят, с вами папа, меня зовут Ваня, вы на канале Рыба-кит, и сегодня я рисую разные рожицы. Кружочки, рожицы и прически я буду рисовать просто черным фломастером и черным маркером. У меня много есть фломастеров, вы можете рисовать фломастерами. Давайте так, начнем. Для того, чтобы мне нужно рисовать волосы и разные прически, мне нужны заготовки. Я нарисую три кружочка, вот таких. Один, второй и третий. Так, еще один и еще один. Итого уже 6 кружочков. И еще здесь я нарисую 7-й. 8-й и 9-й. И буду рисовать разные рожицы, разные кружочки. Буду рисовать черным маркером, но потолще, чтобы было хорошо видно. Смотрите. Одному человеку я нарисую такие волосы. Он такой торчком, все у него стоит. Все торчком стоит. Он улыбается, у него есть носик и глазки. И даже два уха я не забуду нарисовать. Отлично. Теперь я рисую девочку, которая просто причесывается, но еще не причесалась. Одни волосы у нее идут, одна часть волос сюда идет, а другая часть волос сюда идет. И она еще в прическах не сделала. Такие вот козюли-мазюли на голове. Также нарисую ей глазки, улыбочку и носик. Ху-ху, милая. Так, теперь я хочу зигзагами нарисовать. Линия зигзагная, смотрите. Волосы у человека, у этого парня, у этой рожицы, идут зигзагами. Рисуем зигзагами. Зигзагами. А он улыбается и смеется. Улыбается и смеется. Отлично. Теперь следующая женщина, вот эта женщина, я хочу женщину рисовать. У нее кудрявые волосы, и я рисую вот такие петельки, 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 глазки и носик. А здесь даже реснички нарисую. Красавица. О, это рожица, это мужик, он лысоват. Лысоват, волосы у него идут в разные стороны, а здесь лысина. Он ходит в очках. В очках и такой недовольный. Такой недовольный. А это веселый парень. Он любит громко слушать музыку, играть на гитаре и стучать по барабанам. Вот такой он. Тоже такой. Уху. Такой. Что происходит? Вау, я так громко слушаю музыку, что у меня волосы стоят дыбом. Здесь у меня короткая прическа. И этот парень спит. Стоит нарисовать и красивую девушку? Стоит. Нарисуем красивую девушку с извивающимися волосами. Эта девушка и волосы у нее как волны извиваются, колышутся. Видите? Нарисуем девушку, глазки, реснички, улыбочку и носик. Милая девушка. С помощью таких волос мы можем нарисовать милую девочку. А теперь мы нарисуем такую вот колючку Барта. Колючку Барта. Такой вот он. И с ушами, конечно же, с ушами. Вот так. Сегодня я пофантазировал с помощью кружочков и просто черного маркера разных рожиц рисовал разные для вас. Вы можете рисовать свои рожицы. Я уверен, у вас получится даже, может быть, и лучше, чем у меня, гораздо. Потому что вы можете придумать и рисовать похожих ребят из класса или родителей. Или просто рисовать, которых вы друзей знаете, или знакомых, или известных личностей. Например, Аллу Пугачеву. Было бы интересно посмотреть, какая у нее прическа. Такая, такая или такая. И мордочку можно рисовать. Все, ребят, спасибо. С помощью фломастера, обычного маркера, вы можете очень красивые рисунки делать. И я уверен, что это будет здорово. Спасибо, что смотрите. До свидания. До новых встреч. Я буду дальше рисовать маркерами и фломастерами. Пока-пока. Привет, меня зовут Ваня. Я папа. Предлагаю вам Рыба-кит-бокс. Уроки рисования для детей. В коробке мелки, краски, кисточки, пластилин и флешка с уроками.
Рыба-кит, папа рисует.